Сегодня я буду делать ватрушки с творогом из вот такого теста. Ну, естественно, тесто можно сделать самим, но сегодня мне лень. Да, и такое бывает. Берем это тесто, выкладываем его, чуть-чуть замешиваем тесто. Тесто делим на вот такие вот части и потом выкладываем на противень и накрываем полотенцем и оставляем на минут 15. Итак, пока мы приготовим творог, я буду использовать вот такой творог чебаркульский. Жирностью 5%. Выкладываем этот творог. Можно говорить творог, можно говорить творог. Без разницы. Разбиваем одно яйцо, либо два. Ну, скорее всего, два. Да, забью-ка я два яйца. Добавляем по вкусу сахар. Я добавлю где-то 4 столовые ложки. Ну, естественно, вот этот ванильный сахар мы тоже добавляем. Вот куда же без этого сахара? Никуда. Я нашел вот такую вот толкушку. Ей уже где-то лет, может быть, 20. Вот, и я буду сейчас ею толочь. Что-то типа такого. Так, вот они уже чуть-чуть приподнялись. Делаем вот такое вот углубление. И сюда кладем творог. Кладем в духовку на 180 градусов на минут 15-20. Забыл сказать, что надо смазать яйцом. Вот какие получились ватрушки. Если что, это мои первые ватрушки. Ну, вроде нормально, я считаю, для первого раза. Так что ставьте лайки.